ее женщины заполняя собой перекрестки. У кого-то имеется пропуск, у кого-то нет ничего. У кого-то есть имитатор, у кого-то есть Мерседес, у кого-то есть видоящий, который умеет говорить I love you. С евролемонтом в доме у триумфальной арки проживают две англичанки, собирают стены и пункты, ходят слухи, что между ними существует единая связь. У каждой есть вероящий, который умеет говорить I love you. Один мелохолик, без ключей и без приглашения, влез в обозначенную квартиру в доме у триумфальной арки. Ему хотелось стенных комнат, ему хотелось легкой наживы, но повстречался ему зверяющий, который внезапно сказал еще один дом, основанный на наблюдении за людьми и за животными, и за теми, кто между ними. Можно стать в этой жизни счастливым, можно